Всем привет, ребята! С вами Алла Миронов, и вы не поверите, что у меня случилось! Даже Татьяна в шоке, да мой котик? Ну а вот, я в шоке! Мы с ним в шоке, потому что я встречала одного персонажа, очень крутого. Сейчас поймете такого. Я скачал его Ultimate Bedtime Sans. Да. И со мной будет играть. Давайте, допустим. Ну, любого. Не, лучше No Madness Mallory давайте. Да. Ну, что ж, ребята. Сейчас будет круто. Thank you.
Бум! Бум-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Один удар достаточно сделать, и все, готов. Вау. У него там очень много, что ли? Это. Пам-пам-пам-пам-пам. Дастер бластер. А что если против нас попадется тоже ультимейт Бэттаймсон? О, машина не сразу сломалась. А так он жив. Почему он его не убил? Что же делать? О нет, все, погнали.
А чё это у меня вдруг балди заспавнился? Ладно, у меня что-то балди заспавнился. Так, давайте ещё раз. То же самое выберем. О, Playtime, замечательно. Но без Леони вообще не так нельзя. Да. Birds are singing, flowers are blooming, but days like these, kids like you, should be burning in hell. Get ready to keep again. Что? Не, ну брызги это... Неплохо тут играть за него. Все, он самый лучший игрок. Самый лучший персонаж, по крайней мере. Оба, бомба Пайрус. Бам-бам-бам-бам.
Пусть он сам попробует за меня убить. А я потом буду вот так вот делать. Что со мной происходит? Ладно. Бам! КО! Бам-б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 ам. О, Фалсанс. И Петр просит. Все, он провалился? А, нет. Вау! Ну я просто нажимал на кнопку V, и это хпочка. О, ну это типсоги. На. Он падает. Так, соль. Класс, игра вылетела, вот это да. Так, ладно, теперь давайте попробуем. Я сейчас хочу узнать, сейчас я зайду в оригинальную игру. Ну, потому что у меня там это, бла-бла-бла. У меня столько сансов хочу посмотреть. А вот обычных. Ну вот обычный. Вот второй обычный. Четвертый, третий. А четвертого-то нету, да? Да, четвертого нету.
адаптация. У меня, в принципе... Ну да, тут мне нужна четвертая. Но тогда поступим вот так. Смотрите, что мы сейчас сделаем. Сейчас будет пора, просто не знаю, что сказать. 4 в 4. Сейчас будет просто что-то. У меня, наверное, после этого боя сразу, хотя бы один удар, сразу ядра будет. Сразу ядра будет. Я вот что хочу сделать. О, господи. Не, я лучше убавлю звуки. Короче, понятно, игра вылетает. Не, она не вылетела, но ладно. Вот такая вот, ребята, была битва. Всем, кто понравился, смотрел этот ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока-пока, ребята.